Здравствуйте, друзья, с вами снова Валерий и немного о намоточном станке. Во всех моих роликах, где я что-то наматываю, мелькает вот этот станок. Вот этому станку примерно 25 лет. То есть мне было 25 лет, как я его делал. И этому станку уже прошло 25 лет. По сей день он работает как часовой механизм. Хотя можно сказать, что это тот же самый часовой механизм, только шестер не набранный с швейных машинок. В создании этого станка огромную помощь на то время мне оказал котляр Анатолий Иванович. Возможно, видео смотрят его дети. У него есть два сына, и я думаю, им будет очень приятно, что его отца вспоминают, и вспоминают с большой буквы. Человек, который действительно достоин уважения. Ну а теперь о работе этого станка, и практически здесь можно без лишних слов. Вот этот рычажок — это механизм переключения подачи укладки в ту либо в противоположную сторону. Вот видим механизм, то есть вот это вот переключение в одну сторону заходит шестерня. Вот это вот механизм — это переключение, подача в другую сторону, посередине без укладки. Сейчас попробую показать, как происходит процесс намотки. Сначала собираем сам каркас, то есть вот так вот это поджимаем. Так, вот у нас готовый каркас. Здесь у меня счетчик, я его обнуляю. Далее вот провод через натяжитель. Вот здесь регулируется натяжитель провода и два ролика, которые выравнивают провод, ну если он там погнутый. Значит, вот это сам укладчик. Вот здесь у меня есть рычажок, мы его передвинем на начало. Так, и включаем подачу. Вот здесь вот, ну не видно, вот здесь вот есть винт регулировки диаметра провода, то есть регулировка шага. Ну, в данный момент я его выставил под провод 1.12. Вот здесь вот должна быть шкала. Ну, так как ее 25 лет назад я не нарисовал, так она по сей день здесь и не нарисованная. То есть то, что я не успел тогда сделать, вот он так по сей день и живет. Так, ну и что делаем? Вот я вот так, 0.10, 0.20. Так, то есть я вот даже не заморачиваюсь, просто вот крутнул провод. Ну и первый. То есть, покуда первый слой пойдет. Вот. И все. И далее просто натяжка автоматом, подача автоматом. То есть я просто смотрю свои 25 витков, чтобы мне намотало. Все, вот это так мотается катушечка. То есть с каждым оборотом. Видно так. Вот это сам механизм привода вот этого вала. Уже 20 витков намотали. Вот видим, виток идет.
Если бы этой подачи не было, то виток бы накладывался на виток. Thank you.